Первое, что мы вам покажем, это функция монобара противника и тайминг ультимейта. С помощью монобара можно увидеть, сколько осталось маны у противника. Также с помощью данной функции можно легко вычислить настоящего от клона. После использования ультимейта кулдаун записывается справа от монобара. Теперь мы покажем вам третью функцию данного плагина. Опасные предметы — это функция, которая вычисляет предметы у противника, которые могут сильно нам навредить. А четвертая функция, я вам покажу точку ласхита. Выслеживает количество здоровья вражеского крипа и нашу атаку. Показывает, в какой момент нам нужно ударить, чтобы его добить. Пятой функции я вам покажу тайминг Рошана. Показывает время до следующего появления Рошана, если навести на его ущелье. Руна мини-карты. Если руна была засвечена, то она показывается на мини-карте своим значком. Функция профессиональной варды, которая показывает наилучшие места для вардинга. Функция суммарной информации. Компактная информация противников о их хп, вещах и откатах ульты. Также показывает курьера. Функция данной вышки. Показывает значок, когда возможно добить свою вышку. Тайминг глифа. Показывает, сколько осталось времени до вражеского укрепления сооружений. Всем пока, удачного использования данного плагина. Всем пока, удачного использования данного плагина.